Самомотивация – это вообще самый сложный и самый интересный психологический аспект, отвечающий за продуктивность вашей деятельности. Самомотивация – это принятие человеком новых условий жизни. Самомотивация контролирует ответственность и внутренний результат за достижение цели. Чтобы что-то сделать, нужно ощущать эту внутреннюю осознанную необходимость и неизбежность этого шага. Самомотивация возникает вследствие умения трансформировать негативную информацию о существующей значимой для вас ситуации в нейтральную или позитивную. Самомотивация включает множество разных внутренних стимулов. Например, осознание важности своей деятельности, которой вы занимаетесь, серьезности, важности будущего успеха. Например, если я не сделаю эту работу вовремя, мало того, без бонусов осталось, так мне и в магазин за продуктами не с чем будет сходить. Вот и все. Самомотивация – это внутренняя установка на качественный и производительный труд. А еще самое главное – осознание желания достичь результата. Самомотивация – это всегда преодоление себя. Это выбор и соотнесение своего «хочу» со своим «должен». Вот такая задача стоит перед самомотивацией. А еще очень важный вопрос, что мы должны сейчас с вами делать. А что это значит? Это значит, что у нас есть второе правило. Первое правило – принимайте решение вы. А второе правило – это значит делать. Ваша задача в течение этого курса – научиться, а самое главное, пока на первом этапе не понять, как стать эффективным, а просто делать, чтобы попробовать, что это такое. В этот период я предлагаю вас взвалить на себя как можно больше дел, минимум на 20% больше, чем обычного. И вот я сразу хочу вам рассказать о третьем правиле. Третье правило, оно будет заключаться в следующем. Делать придется все сразу. И работать, и учиться. Предупреждаю сразу. У вас может не получиться. Однако, ваше тело будет устраивать саботаж. Вы начнете придумывать отговорки. Вы будете мечтать о кофе без кофеина, сигаретах без никотина, о спорте без нагрузки. Возможно, если бы мы были в другой ситуации, на это мог бы понадобиться целый месяц. Но у нас нет с вами этого месяца. Мы будем работать 5 сессий, и это будет всего 2 недели. Но для этого времени это достаточно для того, чтобы сделать. Мы будем делать все и сразу. Конечно, через некоторое время из того, что мы с вами попробуем сделать, может что-то отвалиться. Но в целом будет работать хорошо. Ну что ж, подходим к первым упражнениям. Эти упражнения заключаются в следующем. 100% эффективность. Друзья мои, помните, когда мы ходили в кино на сеансы в 3D? Нам всегда перед зрительным залом стояли билетеры и выдавали очки. Да, вот такие вот очки, которые помогали нам с вами четко и внимательно посмотреть и увидеть все лучшие эффекты 3D. Так вот, с сегодняшнего дня я даю вам необходимость получить эти очки 3D для того, чтобы вы смогли смотреть на все со 100% эффективностью. Да, 100% эффективность – это то, что нам просто необходимо. Ну что ж, 100% эффективность – вот оно первое задание. Подумать и записать. Какие направления вашей деятельности требуют 100% эффективности? Ответ размещать в комментариях к своему посту. Каждый раз мы будем с вами говорить о внимании. Каждая наша сессия, она будет посвящена в том числе и вниманию. Почему так важно вообще внимание? Потому что внимание, по большому счету, это фокусировка на всем том, что происходит. Нам иногда очень важно заставить себя фокусироваться. Но чтобы научиться фокусироваться, нужно тренировать фокусирование внимания. И вот вам, друзья мои, первое упражнение. Оно заключается в следующем. Ваша задача – научиться управлять фокусировкой внимания. А как это сделать? Очень просто. Упражнение простое. Как только вы почувствуете, что ваши мысли отвлекаются от основного предмета, вам усилием воли нужно перенести их на тот самый предмет. Например, возьмем маркер. Я хочу сфокусироваться на нем. Я хочу все внимание подлить ему. Я буду на него смотреть в течение 1 минуты. Но если мое внимание начнет уходить куда-то в другую сторону, то я должен сознательно его вернуть. Вот вам первое упражнение на фокусировку внимания. На следующих сессиях упражнение продолжим. Ну что ж, тема нашего дня. Тема нашего дня – планирование. Это очень важная тема, которая позволяет нам с вами достигать тех самых результатов, которые мы хотим. А планирование у нас находится в модуле управления временем. Система управления временем, о которой мы с вами будем говорить. Вообще,
Когда в среде предпринимателей или руководителей заходит речь об эффективности, то знатоки в первую же очередь начинают предлагать различные формы и методы планирования. Да, это действительно так. Вначале был план. Однако, как показывает практика, одного плана недостаточно. Недостаток этих очевидных рекомендаций заключается в том, что каждый из нас знает, что какой бы отличный ни был план, он зачастую остается на бумаге из-за разного стечения обстоятельств. План очень полезный инструмент, но без управления самим собой в отношении вашего времени он будет бесполезным. Мы начнем именно сразу с управления временем. Научившись создавать планы, вторым шагом будет у нас с вами станет тотальная регистрация в расходовании вашего времени. И уже к концу нашего курса мы научимся, как объединять время в крупные блоки. Этот процесс состоит из трех этапов. Его соблюдение лежит в основе повышения эффективности любого руководителя. Управление временем, регистрация времени и объединение времени. И еще, время – это ограничивающий фактор, и нам нужно научиться управлять им для того, чтобы знать, как быть эффективным. И вот теперь давайте поговорим о мозге, о нашем. Мы будем разгружать мозг. Наш мозг очень хорошо подходит для того, чтобы анализировать какой-то материал, планировать, выстраивать логические схемы, но он плох в качестве оперативного хранилища. Это не флешка. Вам необходимо примерно 30 минут, представляете себе все, чтобы сейчас вот никто вас не отвлекал. Вам от 30 минут понадобится время. Обеспечьте себе место и пространство, в котором в течение указанного времени вас никто не будет беспокоить. Можно использовать несколько подходов. Низкотехнологичный, которому я больше всего привержен, это бумага и ручка. А среднетехнологичный, любой текстовый редактор на планшете или компьютере, или даже заметки на телефоне. Однако из-за небольших экранов размера телефона не очень удобно с ним работать. И совсем технологичный, например, с помощью создания ментальной карты или соответствующего ПО. Итак, ваша технология. Что вам нужно сделать? Ваша задача — сделать список дел. Задание 2. Составить полный список дел, которые у вас есть на данный момент, включая рабочие и личные. Как же мы будем это делать? Расслабьтесь и начните выписывать из своей головы все дела. Пишите их в любом порядке. Ваша цель — высвободить свою голову и выгрузить из себя все дела, которые лежали в вашей голове. Все, что на вас висит. Все, что вам когда-то хотелось сделать. Когда мозг держит в памяти одновременно много дел, которые нужно сделать, его как будто разрывает. И в результате вы, делая что-то одно, постоянно помните: вот это надо успеть, вот это надо не забыть. Нет, мы сейчас делаем по-другому. Мы выгружаем все из нашего мозга и получаем список дел. Этот список дел, вот ваш полученный список дел. Пусть он содержит как мелкие дела, так и дела среднего калибра и большие. Запишите все. А после того, как вы запишетесь, подумайте и вспомните мои вопросы. Как изменилось ваше мироощущение? Какие эмоции вы стали испытывать? Насколько вам стало проще и легче? Насколько освободилась ваша голова? Вот это самая главная задача этого момента. Итак, вводим категории. Задание номер 3. Разделить все дела на категории. Как вы видите уже из таблицы, которую вам предстоит заполнить, мы будем делить не по принципу трудозатрат, а по принципу времени, необходимое на его использование. Итак, быстрые дела. Среди всех пунктов вашего списка отметьте те, которые подходят под определение «быстрые дела». Дела, с которыми можно покончить, потратив буквально 10-15, может быть 20 минут. Условно говоря, до 30 минут. Средние дела от 30 минут до 4 часов. И большие дела, слоны, которые делаются от 4 часов и дальше. Вот ваша задача. Чтобы эти дела можно было сделать, мы с вами так и будем делать. Поэтому вот таким образом мы разделим наши дела, и они у вас будут уже скатегоризированы. Дальше. Планирование дня. Что это значит? Это значит, что с сегодняшнего дня мы с вами начинаем жить по плану. Но меня все равно часто спрашивают, а нужно ли планировать свой день? В моем случае нет, знаете, такой особенности предлагать вам непреложные истины и какие-то правильные ответы. Поскольку в менеджменте и в управлении правильных ответов просто не существует. Что для одного хорошо и что кому-то помогает, к другому совершенно не подходит. Но вводим исключение. Мы говорим о том, что план у всех должен быть. Я сейчас выскажу все-таки непреложную истину.
плану быть. План должен быть. Хотя план, как вы знаете, это не палочка-выручалочка. И бывало так, что ваш четкий продуманный план вдруг сдавал сбой. Программа действий рушилась из-за каких-то внезапных событий. Конечно, такое бывало и не раз. Так происходит вовсе не потому, что план хороший или плохой. Дело в другом. Следование правилу и плану – вопрос не только силы воли. Следование плану – это еще и вопрос, связанных с вашей эффективностью, желанием и вашего настойчивости. Планирование – не спасительный круг, но когда бы вы к нему ни прибегали, он все равно вам поможет. Еще, кстати, одним интересным аргументом, который мне говорит о том, что не нужно планировать, потому что постоянно существует перегруз и хаос. Посмотрите ситуацию с вашей загрузкой. С десяток электронных писем в папке входящие, 5 стикеров на мониторе, 15 не забыть в голове и плюс еще 2 крестика, нарисованных рукой на руке. Планом не является. План дня должен быть в одном месте и обязательно в письменном виде. При этом план дня может быть использован любыми средствами. Он может быть в Outlook, в Excel, в бумажном бланке, в ежедневнике. Это не принципиально. Наша главная задача сделать так, чтобы в тот момент, когда все меняется, мы с вами могли менять то, что нам нужно. И у нас было бы что-то важное, что-то то, что было постоянство. Этим постоянством и будет наш план. Потому что частое возражение против планирования дня состоит в том, что все быстро меняется. Но план и нужны для такой ситуации, когда все меняется. Ведь вы же не планируете процесс утренней чистки зубов. Это все он есть, он у вас предсказуем. План существует не для того, чтобы загнать себя в жесткие рамки, а план существует для того, чтобы уметь реагировать на жесткие обстоятельства и уметь правильно изменить ситуацию для того, чтобы достичь результата. И еще, знаете, мой товарищ всегда говорит, острый карандаш лучше самый... Нет, не так. Тупой карандаш лучше самой, лучше острой памяти. Поэтому, чтобы сделать планирование, нам должно быть удобно, мы должны все это записывать, потому что записывание всегда сохраняет эту информацию, и будем просматривать этот результат дня, когда мы все с вами записали. Вот такая наша с вами задача. Задание номер 4 – составить план дня. Вот у нас есть первый список, из которого мы выгрузили из себя, и теперь перетаскиваем это в дела дня, переносим, берем дела и составляем план дня. Давайте попробуем поработать с первой частью. Как мы будем планировать день? Когда планировать? Это самый сложный вопрос. Многие говорят о том, что планировать нужно с утра или с вечера. Когда лучше планировать рабочий день? Ну, кто-то говорит, что с вечера. На мой взгляд, в планировании с утра или с вечера есть свои плюсы и минусы. В любом случае, с вечера или с утра нам не важно. План должен быть. Это никак не относится к тому, что плана нет. План должен постоянно корректироваться при изменении обстоятельств. И времени на это у вас займет всего 5-7 минут. Поэтому планируем план не в зависимости от того, когда мы хотим. Ну что ж, планировать утром или вечером, да все равно. Лучше, если вечером, когда закрывается рабочий день, легче переключиться. А утром удобно в любой нестабильной ситуации, можно внести какие-то изменения, которые уже пришли. Теперь, жестко или мягко, что это значит? Мы вводим в наших делах, которые у нас с вами занесены в план, понятие «жесткие дела». Что ж такое «жесткие дела»? Это дела, привязанные к конкретному моменту времени. Например, наша с вами вводная сессия в 9:00. Это жесткое дело, привязано точно к времени, и никуда его нельзя передвинуть. Гибкие – это задачи, не привязанные к жесткому времени. Например, что-то узнать или выяснить, или это список коротких дел, помните из вашего списка? Это дела, которые можно решать быстро. И еще есть одно важное дело. Дела бюджетируемые. Мы с вами сейчас рассмотрим, что это значит. Которые не имеют жесткого срока исполнения, но требующие достаточно много времени. Так вот, такая классификация позволит вам достаточно быстро и эффективно расставить дела. Расставляем дела. Алгоритм планирования дня. В свободном пространстве, как правило, расположенном здесь, у нас с вами стороны слева, есть сетка времени. Проставим время. Итак, у нас с вами, выделите цветом красным то время, которое у вас будет занимать жесткие дела. Поставьте их по времени. Поставьте их так, чтобы было понятно, что к какому времени четко привязаны дела. Движемся дальше. Воздух. А что значит воздух?
Воздух – это расстояние между двумя привязанными жесткими делами, которое позволяет человеку вставить в него гибкие дела, то есть не привязанные ко времени. Это действительно помогает заполнять дела гибкими делами и смотреть, как они выполняются, имея определенную гибкость. Так вот, задание номер 5. Вам необходимо составить план дня и закрепить жестко привязанные дела к времени. Например, наше с вами совещание по обучению. Например, в 9 начинается, а в 11 у вас начинается следующее совещание. Например, совещание по продажам. Это тоже жестко привязанное ко времени дело. Между 9 и 10 и 11 есть воздух, который можно заполнить гибкими делами. Это очень важно, очень просто. И еще важный момент. Давайте сделаем так. Действие – результат. Что это значит? Я бы хотел предложить вам использовать для планирования гибких задач, не привязанных к жесткому времени исполнения, простую технику. Действие – результат. Например, созвониться – это значит решить вопрос. Или дожать какую-то проблему. И еще, переговорить – это значит получить нужную мне информацию. Или провести совещание, запустить проект, сдвинуть его с мертвой точки. Используйте сильные глаголы действия и ясную формулировку результата. Это вам поможет для того, чтобы получить лучший результат. Вот я приготовил вам задание номер 6. Возьмите свои дела и попробуйте переписать их формулировку, используя глаголы действия. Приоритизация. Наверное, многие из нас слышали о приоритетах. Приоритеты – это значит приор от слова первый. Приоритетные дела – это те, которые мы делаем в первую очередь. Ориентация на дела, которые нужно делать в первую очередь, на первом этапе повышения вашей личной эффективности – вполне приемлемый способ. Поэтому мы и начинаем делать именно с этого подхода. Такой подход, кстати, сразу изменит стиль и порядок вашей работы. А если вы сможете передать этот инструмент своим сотрудникам, то вы точно будете уверены в том, что клиентские заявки не останутся без ответа, ведь для них приоритет будет достаточно высокий. Задание номер 7. Сформулируйте, пожалуйста, список ваших рабочих и личных приоритетов. И именно на эти приоритеты вы будете опираться в плане выполнения своих дел. Последовательность. А что же дает нам последовательность? Последовательность нам дает выстраивание дел в порядке приоритета. Приоритизированный список задач фактически является для вас гибким планом. И так как он хотя и не обязывает вас задачи к жесткому времени привязать, он диктует вам последовательность. Вот поэтому мы с вами работаем и выстраиваем последовательность наших дел. Задание номер 8. Выстроить дела в соответствии с вашими приоритетами. Итак, у вас есть два списка приоритетов, личные и рабочие. У вас есть план времени, план по времени. Вот время с 9 до 18. И вам теперь нужно расставить дела, учитывая, что жесткие привязаны ко времени и есть гибкие, которые ко времени не привязаны. Немного о бюджетировании времени. Я уверен, что слово «бюджет» для вас понятно. Оно знакомо, когда мы четко понимаем, сколько чего-то нужно, чтобы что-то сделать. Так вот, как говорилось, наиболее времеемкие, такое интересное слово, да, из приоритетных задач стоит оценить на предмет необходимого выполнения их времени. Не запланировать срок исполнения, а посчитать, сколько вам времени необходимо, для которого можно это дело довести до приемлемого результата. Бюджетировать имеет смысл дела продолжительностью желательно от часа и выше. Это действительно может помочь и вам полезно использовать эту практику. Естественно, при бюджетировании вы не всегда сможете сразу и точно предсказать длительность выполнения работы. Ничего страшного, точность ваших прогнозов со временем будет повышаться. Лучше неточная оценка деятельности работы, чем никакой оценки. И как только вы начнете бюджетировать время, вам придется гораздо более жестко и реалистично смотреть на свой план дня. Зато и процент фактического выполнения будет расти. Еще один маленький нюанс. Про запас. Я бы вот хотел о чем рассказать здесь. Когда происходит какое-то событие. Вот, например, сегодня мы запустили наш курс. Вам необходимо было узнать очень много информации. И у кого-то что-то не получилось. Запаситесь этой информацией заранее. Например, вы входите в конференцию, а у вас нет организатора телефона. Запаситесь этой информацией заранее, чтобы точно знать, по какой ссылке, куда зайти, какой пароль, какой доступ. Чем больше информации у вас будет полезной под рукой, тем легче вам будет справляться со всеми с вашими делами. Ну что ж, давайте подведем небольшие итоги. Итого, чему же мы с вами сейчас научились в блоке управления временем? Первое. Нам нужно планировать.
либо с вечера, либо с утра, не имеет значения. Главное, чтобы план был. Уходит на это примерно 10-15 минут. Используйте разные цвета, закладки, стикеры, чтобы ваш план был красивым. В плане дня разделяйте дела на жесткие и гибкие, а бюджетируемые задачи вставляйте ровно в такой период воздуха между жесткими делами, чтобы точно хватило на это время. Выделяйте приоритетные, то есть те дела, которые нужно начать делать в самом начале. Создайте список гибких задач результатно ориентированными. Используйте глаголы действия. При планировании жестких задач закладывайте место для воздуха. Вот какие мы с вами сделали уже шаги по созданию своей системы тайм-менеджмента. Итак, планируем день, жесткие и гибкие, приоритеты и воздух.